Начинать? Ты не смешишься? Отвернешься? Миш. Миш, отвернись. Миш, ну можешь не поворачивай. Ты даже спиной смешной стоишь. Миша, останови видео, я не могу так, в таких условиях работать. Приветствую вас, мои дорогие зрители. Меня зовут Лилия Донскова. Я люблю делать разные интересные вещи. Нет, с Мишей. Приветствую вас, мои дорогие зрители. Меня зовут Лилия Донскова. И сегодня у нас будет одно из моих любимых видео, хоть оно и самое долгое, но любимое, потому что больше всего я люблю листать новый каталог компании Oriflame. И в руках у меня сейчас третий номер. Он очень такой долгожданный, потому что праздничный, к 8 марта. Здесь много новинок, интересных предложений. И мы с вами не просто будем листать, а по традиции я буду показывать те продукты, которые есть у меня в наличии. Конечно, я их все протестирую и расскажу, что мне в них нравится, и какие-то дам рекомендации полезные, которые помогут вам выбрать для себя и помочь с выбором для ваших близких. Приятного вам просмотра! Кстати, если видео длинное, вы можете увеличить скорость просмотра. Кто смотрит с телефона, у вас будет в правом верхнем углу кнопочка, где изменить настройки скорости, поставьте или на полтора, или на два раза увеличите темп. А кто смотрит с компьютера, у вас будет внизу, в правом нижнем углу, тоже кнопочка настройки. Меняйте и смотрите с удовольствием. Итак, каталог начинается с 15 февраля, а закончится 6 марта. То есть как раз мы с вами захватываем тот самый период, когда все готовятся к празднику. Мне очень понравилась обложка каталога. На самом деле так приятно смотреть на эту фотографию. Она меня вдохновляет. И очень хочется быстрее попробовать новый аромат, который у нас появляется только на страничках третьего каталога. Можно, у кого есть бумажный каталог, оторвать краешек пленочки, вот так вот отодвинуть и почувствовать новый аромат. Я уже его пробовала, но все равно жду новинку, чтобы продегустировать из флакона. Обязательно будет видеообзор на этот аромат, отдельный совершенно. Итак, как называется правильно аромат? Giordani Gold Essenza Blossom. Кстати, кто приобретает такой аромат, то только в этом каталоге вы можете заказать ожерелье Giordani Gold в золотистых оттенках с кристаллами за 199 рублей. Это специальная цена только для тех, кто себя балует новым ароматом. Итак, этот аромат будет бело-цветочный, жасмин камелия, далее флёр д'оранж эссенза. На мой взгляд, вот на первой нотке, которую я почувствовала, мне аромат понравился. Ну, конечно же, чуть позже будет полный отзыв. Итак, далее нас ждут наши уже привычные, знаменитые ароматы Giordani Gold Original. За 999 рублей сам аромат, а в наборе с кремом для тела всего 1299. Выгоднее, конечно, заказывать набор, и еще набор идет в красивой подарочной коробке. И обратите внимание на часы, тоже Giordani Gold. Кто любит часики носить, то для вас как вариант такого нежного, нежно-розового перламутрового браслета на весну, на лето, очень красивые часики. Так, смотрим, у нас также пакеты, нужный аксессуар такой для того, чтобы положить подарки нашим любимым девушкам, женщинам. Нас ждет новинка — сатиновая губная помада. Мне уже просто слово сатиновая очень нравится. Giordani Gold Iconic. Будет 10 новых оттенков. Я сразу смотрю на кремовый беж, потому что это вот просто мой оттенок. Очень хотелось бы тоже попробовать.
Интересно, будут ли пробники к этой помаде? Если вы видели где-то коды пробников, напишите, мы все закажем. Карандаши Giordani Gold для губ. Три варианта: Gardenia, Rosa, MAC. Кстати, у меня есть все три, и я их совершенно забыла взять, чтобы вам показать. Мои отзывы о карандашах. Возможно, была неудачная партия, или они у меня, ну не знаю, как-то сразу я ими не активно пользовалась. Может быть, они подсохли, но мне не понравились, как ложатся первые два оттенка. А вот MAC яркий. Я его использую под все яркие помады. Он мне очень нравится, этот цвет, качество карандаша великолепно. А еще удобно, что с одной стороны есть кисточка, и этой кистью можно растушевать и сам контур, и помаду нанести. Очень удобно. И есть также зеркало в красивом дизайне. Мне такое зеркало заказывали. Действительно красивое, небольшое, такое легкое. И, конечно, оно эффектно смотрится. 5 оттенков матовых помад с эффектом Metallic Giordani Gold Iconic. У меня тоже заказывали оттенок сияющий нюд. Очень понравилось. Очень клиентка просто в восторге. Здесь нас ждет подводка. Так, здесь начинается демонстрация. Тот самый продукт, который я рекламирую всегда, очень люблю. Сама пользуюсь с удовольствием. У меня уже подводка такая на замену, подсыхающая. Я ей пользуюсь, мне кажется, уже больше года. Мне нравится длинная, тонкая кисть, упругая. То есть она не как тряпка. То есть вы видите, она слушается. Она слушается, ей легко наносить стрелку. И самое главное, делать тонкий, изящный кончик. Она не смывается водой, слезами, дождем. То есть даже если вы будете хохотать от счастья, заливаться слезами, подводка останется на глазках. Так, далее контурный карандаш для глаз. Так, такого у меня нет. Пинцет для бровей, обратите внимание, тоже нужный аксессуар. И щипчики для завивки ресниц. А вот на этой стороне нас ждет супер тушь для ресниц с силиконовой кисточкой. На эту тушь отличные отзывы. И нас ждет прекрасная цена, праздничная, 299 рублей. Следующая страничка, консилер и тональная основа. Вы знаете, я заказывала себе такую тональную основу, влюбилась в нее через пробники, но еще не открыла, потому что у меня было открыто параллельно, наверное, 6 тюбиков сразу или больше. И я подумала, что все же нужно немножечко закончить те основы, которые у меня есть, чтобы потом открыть новую. Обязательно ее открою, буквально вот еще у меня осталось вот столечко в одном флаконе, закончу и буду открывать новинку. Это антивозрастная тональная основа с пребиотической сывороткой. Giordani Gold умеет радовать, умеет удивлять. И помимо симпатичного такого дизайна, и мне очень нравится то, что есть дозатор, обожаю все упаковки, которые идут с дозатором. И по качеству я перепробовала все оттенки, больше всего мне подошел оттенок 413-27, ванильный, холодный, и я его заказала. Надеюсь, вы уже попробовали, напишите отзывы, как вам эта тональная основа. Нас ждет румяна, нас ждут румяна. Так, где-то я увидела румяна в шариках, юбилейный выпуск. То есть у нас румяна из вот такой коробочки, которой крышечка просто откручивается, они переезжают в удобную баночку с откидной крышечкой. Это же здорово. И нас также ждет новая матирующая компактная пудра Giordani Gold. Обязательно попробую. Я любитель пудры, потому что пудра помогает сделать лицо красивым, ухоженным, бархатным. То есть довести, как говорят, холст до идеала, чтобы потом уже наносить макияж. Потому что любой макияж будет эффектно смотреться только на подготовленной, красивой коже. Поэтому я жду с нетерпением. Давайте рассмотрим немножечко румяна, жемчужное сияние. Я заметила, что здесь присутствуют такие вот золотистые оттенки. И здорово, мне кажется, подойдет тем, кто любит немножечко, да, вот легкий загар подчеркнуть, или у кого смуглая кожа, потому что у кого кожа бледная с синим подтоном, то лучше выбирать такие вот
оттенки, да, с розовым, где больше холодного, нежели теплых цветов. Дальше нас ждет отличное предложение. Я практически всегда им пользуюсь и заказываю набор. Код набора вы видите в табличке 128 450. За 69 рублей что мы получаем? Каталог уже следующего периода и пробники. Один пробник крема, один пробник нового аромата Love Potion Blossom Kiss и пробник матовой губной помады Giordani Gold Matte, бежевый крем. Так, и нас ждет следующее предложение, давайте его посмотрим, праздничное. Первое, нужно заказать из каталога номер 3 на 500 рублей. Второй шаг, заказать еще на 500 рублей в следующем каталоге и получить возможность заказать ночную маску для интенсивного восстановления кожи в следующем каталоге, то есть в каталоге номер 4, по супер цене. Но вот какая будет супер цена, мы узнаем с вами чуть позже, когда полистаем каталог номер 4. И вот снова нет повода, да, грустить, а есть повод радоваться, потому что на продукцию Wellness скидки бывают крайне редко. В этот раз нас ждет скидка на морской кальций с витамином D, 1049 рублей всего будет цена, и комплекс омега-3. Я обязательно буду делать заказы на омегу-3, потому что кальций у меня вот открытая баночка и есть целая, а вот омега кончилась, и мне нужно и родителям заказать омегу, потому что вот что-что, а омегу они у меня пьют с удовольствием и видят хорошие результаты. Дальше тоже новинка, как я люблю нашу серию Essence и Co. Вот такие флаконы, у меня здесь лимончик, я вот прям взяла с ванной, немножечко забрызган водичкой. Очень красивый дизайн, невероятно всегда концентрированный, приятный аромат, удобное то, что идет с дозатором флакон, и с содержанием натуральных эфирных масел. Итак, что нас ждет? Жидкое мыло для рук и тела с зеленым мандарином и флёр д'оранжем, и лосьон для рук и тела. И, конечно же, выгодно заказывать набором, потому что по отдельности получается цена чуть более 1000 рублей, а в наборе 700. А если у вас есть скидка 20%, посчитайте, какая выгодная получается цена. Да, уже слюнки потекли, я думаю, что этот аромат будет очень востребованным, таким освежающим и в то же время приятным. Можно, кстати, потереть страничку, у кого есть каталог. Называется «Любовь с первого вздоха». Дальше нас ждет отличное предложение, которым многие с удовольствием пользуются. Возможность заказать мини-ароматы, любимые, для того, чтобы или просто, да, как бы сэкономить немного денег, либо просто для того, чтобы свой любимый аромат взять с собой еще и в сумочку положить. Вот, например, вы получите аромат Eclat Mon Parfum, он будет запечатан, все в подпленочке, и внутри флакончик 8 мл. Кстати, хватает надолго, проверяла, брала с собой такой вот мини в Питер, 2 недели путешествия, и было использовано чуть меньше пол флакона, то есть даже половинки я не использовала, при том, что я только одним ароматом пользовалась каждый день, и даже бывало, что и не один раз. Нас ждет Eclat Mon Parfum, Amber Elixir и Poses, легендарный Poses, отличная подборка. Тут же нас ждет эксклюзивное предложение: при заказе аромата Northern Glow вы получаете пену для ванны всего за 99 рублей. Прекрасное предложение с ароматом Eclat Femme Weekend. Вот так будет выглядеть коробочка. Я недавно получила тоже по акции этот аромат. И честно, у меня он был, несколько раз я себе заказывала, потому что мне этот аромат нравится, он мне подходит по моему вкусу.
Но я держусь, не открываю, потому что у меня так много ароматов одновременно открыто. Скоро будем записывать видео обзор всей моей коллекции, обновим видео на канале. Так вот, этот аромат можно заказать или отдельно, или в комплекте с кремом для тела, и тоже будет в праздничной красивой упаковке. Тот, кто хочет сделать красивые приятные подарки к 8 марта, обращайте внимание на специальные предложения. А тут нас ждет платок Валяре. Смотрите, я его только сейчас увидела, честное слово. Я сначала не поняла, думала, это коробочка тоже с набором, а подарочный набор на этой стороне за 999 рублей, аромат и лосьон для тела. А вот платок мне очень интересен, такой красивый, такой нежный, надо будет обратить внимание. Как выбирать ароматы, друзья мои? Можно, конечно, потереть страничку в каталоге, уже будет немножечко более понятно, подходит вам этот аромат или нет. Почитать обязательно состав, но самый лучший вариант — это либо заказать тестеры и продегустировать этот аромат, поносить его на себе несколько дней, даже не один раз. Потому что первый раз у вас может быть одно состояние, второй раз другое, а в третий раз совсем третье. Поэтому носите несколько дней, смотрите, нравится или нет, и только после этого заказывайте. А вот на этой страничке я просто сказала: вау, наконец-то, восторг. Для мужчин мужская парфюмерная вода по 15 миллилитров, обратите внимание, объем больше, в женских по 8 миллилитров, 319 рублей. Все три чудесные ароматы я обязательно скажу Мише, потому что он обычно так долго пользуется ароматом, а мне хочется, чтобы у него были разные. А я закажу ему теперь разные, маленькие, и будем оба счастливы. Также для мужчин наборы по уходу за бородой и усами, и за ногтями, бровями, и, конечно же, парфюмерные спреи-дезодоранты. Мужчины любят такими спреями пользоваться зачастую больше, чем шариковыми дезодорантами. Здесь нас ждет гель-скраб для душа, красивая упаковка, смотрите, это новинка. Интересно, какой будет аромат. Экстракт кейла, содержит на 100% больше витамина С, чем апельсин. Потрогай я страничку. Ой, классно пахнет. Ой, нужно будет прям гель-скраб для душа заказать, Миша. И мыло. Очень классно. Мне нравится то, что это все оранжевое, такое позитивное, сияющее. Дезодорант шариковый, кстати, и тонизирующий гель после бритья. Смотрите, какая чудесная серия. Я думаю, что мужчины будут в восторге от подарков. Но, конечно, если вы сильно любите своего мужчину, подарите ему набор Novage. Это шикарный набор, который позволит вашему мужчине выглядеть лучше, чтобы его кожа тоже сияла, чтобы поры были чистые. Аромат чудесный этой серии, у меня Миша пользуется. Я довольна, и он доволен. И много ароматов для мужчин на выбор, на любой вкус. Кстати, у нас аромат Excite by Dima Bilan, будет изменена упаковка уже сейчас. Кто будет заказывать, вы получите в новом дизайне, то есть там не будет фотографии нашего, да, знаменитого певца, а будет просто другая коробочка. Так, эклад, много ароматов. Также нужно подбирать через пробники и мужчинам, и женщинам. Я заметила, что в этом каталоге много ароматов, больше, мне кажется, чем когда бы то ни было. А у нас новая парочка, которая появилась только в каталоге номер 2, Lost and You. Такие ароматы унисекс, мужской и женский. Но мне, кстати, мужской почему-то понравился больше. Очень красиво они складываются вместе, и при заказе любого аромата вы выбираете один из продуктов. Это будет шампунь для волос и тела или тушь для ресниц 5 в 1 со скидкой всего за 3 рубля. И также продолжается коллекция ароматов для нее. Ой, как их много. Вау, кстати, этот аромат меня ждет клиентка, Eclat Mon Parfum. Обязательно ей скажу об этом. Вот, отличное предложение. Крем для тела 250 мл
под аромат. То есть, например, если вы любите аромат Divine, то лучше и крем для тела брать с таким же ароматом. Большой бочонок 250 миллилитров, полный крема для тела, очень густой крем такой, видите, он концентрированный, и в то же время он так хорошо впитывается и так распределяется по коже, легко, невесомо, не оставляет липкости, жирности. То есть я наношу всегда крем после душа и через некоторое время сразу надеваю на себя, да, пижамку и ложусь спать. То есть крем не оставляет вот каких-то неприятностей на одежде, потому что быстро, легко впитывается. Чудесное предложение, кстати, красивый подарок, такой большой бочонок всех очень-очень радует. Итак, нас ждет средство для макияжа. Я вам сейчас покажу тушь для ресниц с двойным эффектом, а оно у нас получается без скидки. А я-то думала, она со скидкой, приготовила вам ее показать. Но давайте все равно покажу, руки в креме, покажу хитрая тушь с двойной кисточкой. Смотрите, первую вынимаем, она более смотрится чистой такой, да, прозрачной. Первая крышечка закрываем и откручиваем вторую крышечку, которая крупнее. И смотрите, и у нас получается совсем другая кисточка и больше туши. То есть первый вариант нам дает тонкие такие гладкие длинные реснички. Вот так вот, да, мы посмотрим. А второй вариант у нас получаем мы уже более наполненную тушь. В чем секрет? Смотрите, кисточка одна. Секрет в том, что когда мы вынимаем первый раз, да, из тонкую кисточку, то мы снимаем всю тушь в эту трубочку. Вот в чем хитрость. Многие эту тушь просто обожают, потому что она делает действительно такие объемные, пышные, длинные ресницы. Когда будет со скидкой, себе закажите. Далее, тени такие я никогда не пробовала, а средства для снятия макияжа, ну, отзывы на него хорошие, но мне оно не очень подходит. Не снимает макияж до конца. Тушь с эффектом наращивания ресниц. Вы знаете, отзывы разные. Кому-то она очень нравится, кому-то она вообще не нравится. У меня, знаете, какое к ней отношение? Я бы сказала так, неплохая тушь. Неплохая, да. Не очень удобно, просто если бы у нас не было туши 5 в 1, я бы, скорее всего, этой бы пользовалась с огромным удовольствием. Но когда есть тушь, которой кисточка более идеально подходит, конечно, она используется с большим удовольствием. Карандаши для глаз, 3 оттенка, белый, черный и коричневый. Серого у меня, к сожалению, нет. Серый у меня есть серия Giordani Gold еще. И я вот, в принципе, карандашиками пользуюсь такими очень редко. Как-то было время, что я ими пользовалась. Итак, что мы с ними делаем? Смотрите, светлый оттенок наносим. А потом уже сверху работаем вот этим черным или коричневым и делаем кисточкой легкую такую тушевку, как бы получается хорошая растяжка. И удобно делать смоки айс, когда мы светлым прокрашиваем внутреннее пространство, где начинается рост ресничек, а потом растягиваем вот этим темным оттенком. Не знаю, хорошо я объяснила или нет. И смотрите, какой красивый коричневый цвет. Без рыжины, хороший, такой нейтральный коричневый глубокий цвет. Карандаши замечательные, они не размазываются, не растекаются. То есть с ними макияж будет отличный. А вот мои любимчики. Это тени, стойкие тени, карандаш. Вот такие толстячки. У меня два оттенка сейчас. Хрусталь. Вот он, хрусталь. И, по-моему, бронза у меня. Вот он, бронза. Смотрите, какая красота. И в основном я этими карандашами пользуюсь каждый день. Я ими подвожу нижнюю часть глаза в ресничках. И чуть-чуть делаю пошире, чтобы увеличить глаза. Великолепные карандаши. А сегодня у меня макияж с карандашом хрусталь.
А сверху я работала сухими сиреневыми тенями. Если вот в начале видео обратили внимание на мой макияж, то как раз мне помогал хрусталь создать такой макияж. Про подводку ничего не рассказываю, я себе такую не заказывала. Для меня толстый стержень слишком. Я люблю тонкие кисти, мне больше нравится наш маркер. Кстати, его сейчас нет в каталоге. Спрашивают часто про кисти. Кисти отличные в Oriflame, просто чудесные. И я сейчас вам покажу наборчик магнитные реснички. У меня естественные, вот эти верхние. Смотрите, на канале есть видео, как я их первый раз пробовала, наносила, рассказываю все подробненько, как ими пользоваться. Здесь принцип такой: есть магнитная подводка, мы ее красим два слоя подводки, даем высохнуть, а потом достаем реснички, снимаем их с металлической вот этой вот полоски, и в ресничках есть магнитики. Эти магнитики приклеиваются к подводке и держится отлично, выдержали и холод, и ветер. Единственное, что нюанс: если, например, попадет вода или слезы, я просто один раз так хохотала, что у меня потекла немножечко слеза вверх, пошла вот краешек, и вот этот краешек ресничек отклеился. Вот, поэтому не красьте слишком тонкую подводку и следите, чтобы не было слез. На всякий случай с собой берите подводку, потому что очень быстро снять реснички, накрасить еще один слой и приклеить их заново. Это просто чудесный праздничный вариант или вариант для фотосессий, для какого-то выступления. Я вот ими частенько пользуюсь. И они служат и служат, им ничего не будет, пока подводка не кончится. Далее наши брови. Брови — это наше все. Обожаю тушь. Тушь, надеюсь, со скидкой. Да, 259 рублей. Мой оттенок коричневый. Тут немножечко помажу вам, чтобы цвет было видно. Хороший, натуральный такой оттенок. Светлый цвет, очень светлый, прям совсем светлый. Темный, он прям такой для брюнеток. И мне очень нравится наша палетка теней для бровей. У нее есть удобный такой саквояжик здесь внизу, да, так ящичек, в котором хранятся кисточки. Если вы в дороге, то вот ими прям можно сделать, нанести тени и закрепить воском. Такие вот хорошие оттенки. Я в основном пользуюсь этим светлым и чуть-чуть добавляю темного. Смотрите, этот светлый, он очень приятный цвет. То, что даже у меня все-таки брови темные получаются. Обратите внимание, что вот, используя такой оттенок, добиваюсь эффекта. Просто чудесный продукт, один из любимых мной и моих клиентов. Глянцевая помада, вернее, помада с глянцевым финишем. То есть губы будут как будто эффект такой слюнявых губ. Да, такие красивые губки сексуальные. А далее помада Ultra Fix. Вот я все-таки не очень люблю матовые помады, но сейчас в связи с тем, что приходится носить маску, я считаю, что это находка для человечества, женской половины человечества. Это точно находка, потому что эта помада уникальная. Во-первых, отличный выбор цветов. Это нюд, далее терракотовый. Смотрите, какое ровное, идеальное нанесение. Легкая, она просто как лепесточек розы касается губ. У меня просто там косточка, немножко помада не так идет. Смотрите, какие цвета. Я в таком восторге от помады, давно не была. И она стойкая, она совсем не отпечатывается. Конечно, если поесть или попить горячее, то немножечко у меня она сворачивается вот внутри губ. Я ее просто или убираю и новую крашу, если нет возможности, я просто пальчиком ее аккуратненько растираю и об салфеточку пальчик очищаю. Все, и она дальше держится. Она действительно держится 8 часов легко. И не чувствуется на губах, нет вот ощущения стянутости, дискомфорта. Просто чудесная волшебная помада. И то же самое могу сказать о жидкой матовой помаде. Тоже очень приятный продукт, очень. Смотрите, какая кисть удобная для нанесения. Такая слегка изогнутая губочка, такая пушистенькая. И она четко по контуру ложится.
Конечно, на губах она лежит 100 раз лучше, чем на руке. Я часто ей пользуюсь, но она какая-то бесконечная. Ее тут еще, мне кажется, так много. Я, конечно, не всегда хожу с красными губами, но я люблю яркие губы. Мне кажется, они мне очень идут. Так, здесь нас ждет мультифункциональный бальзам для губ. Вы знаете, я его вот держу сейчас в руках, Азе бальзам, но я его еще не попробовала. Только первый раз вот его получила. Предыдущий Азе бальзам мне совсем не понравился. Просто у этого тоже такой запах, не могу сказать, что прям а, как вкусно пахнет. Мне кажется, он даже похож немножко с тем же бальзамом. Я не знаю, как по качеству, но тот бальзам мне сильно горчил во рту, и я не смогла им пользоваться. Но мне очень бы хотелось пользоваться таким бальзамом, потому что у него высокий SPF 25. Я взяла себе снова мягкий персиковый, буду пробовать, смотреть, и потом запишу свой отзыв обязательно. Азе крема еще не пробовала новые, они только у нас появились во втором каталоге, пока что не попробовала. Стойкий консилер, есть у меня консилер, вот знаете, вот с ним я каждый день, у меня вот он, кстати, заканчивается, нужно будет взять новый. Вот так вот мы его наносим под глазки и пальчиком прям можно или кисточкой аккуратненько прихлопываем. Ой, в помаду влезла, не успела помада встать. Просто прихлопываем, и кожа визуально сразу начинает выглядеть свежей, светло так, нету синих вот этих кругов. Для меня такой прям удобный, нужный, полезный продукт, и я его всем тоже рекомендую. Стойкая тональная основа Everlasting, это адаптивная тональная основа, она мне очень нравится, очень. Я, кстати, сегодня как раз с этой тональной основой капельку покажу. У меня оттенок 35782, давайте его найдем, почему-то они тут все перепутаны. Холодный розовый, вот какой холодный розовый, а на моей коже он так хорошо смотрится. Сразу освежает лицо. Однозначно он, этот тон не отпечатывается так на воротниках курток. То есть он действительно более такой вот стойкий. И очень красивый цвет. В порах не забивается. Лежит идеально целый день. Моя прям рекомендация. И цена очень приемлемая на такую тональную основу. И отличный выбор оттенков. Посмотрите, мне кажется, ни в одной серии нет такого количества по выбору. Вот из новой серии, новые румяна и пудра серии The One я не тестировала, не могу ничего сказать. Но зато я вам расскажу про стики для макияжа. У меня их целых три. Хайлайтер. Посмотрим хайлайтер. Мне кажется, я их никогда не смогу использовать. Очень деликатные, видите, такое легкое-легкое розоватое свечение. Я их даже еще ни разу не крутила. Что я заметила, он как бы немножко усох, стержень, вот они у меня с лета, видите, он как бы, ну его так много, я его ну в жизни не смогу использовать, при том, что у меня их просто много других еще средств. Следующее, румяна, смотрите, румяна какие у нас, вот такие вот, приятный оттенок, очень-очень натуральный. Не слишком розовый, не слишком коричневый, просто хороший такой естественный цвет. И у меня есть средство для контуринга. Вот так оно выглядит. Тоже холодный такой коричневый. Отличное средство. Вот мне они все очень нравятся. Я считаю, это просто находка для быстрого макияжа, потому что вот этими средствами можно сделать все, и губы накрасить, и румяна, сделать контуринг и тени. И тени все три идут как для теней, я и с хайлайтером делаю тени. То есть это что-то просто удивительное, бросить в сумочку вот три продукта, и у вас будет готов макияж. Останется реснички подкрасить и бровки. Дальше. Вот как раз пудру я не пробовала. Праймер. У меня было время, когда я праймером пользовалась постоянно. Конечно, с ним тональная основа лежит совсем вот как бы, ну, круче. Смотрите, что такое праймер? База под тональную основу, которая позволяет создать такой вот
как подготовку кожи к нанесению тона. Поры становятся визуально менее заметными, кожа прям гладенькая такая, и тональная основа круто ложится. Но честно, я такая ленивая, что от лишний раз делать какие-то слои на коже мне не очень хочется. Я это делаю только когда вот какой-то праздник, мероприятие, или мне хочется подольше повозиться и все это поделать. Кисточку вам обязательно покажу, потому что я в нее влюбилась с первого взгляда. Мне нравится ее дизайн и качество ворса, и размер. Это идеальная кисть и для пудры, и для румян, и для контуринга. Вот так можно сжать, сделать какие-то, да, тонкие полоски. Она просто идеальна. Она пережила уже миллион стирок. И посмотрите, какая она классная. Не выпадают волосики с нее. Она просто идеальная. Я думаю, что еще одну заказать. Если вдруг увижу, что будут снимать с производства, то закажу себе однозначно еще. Очень удобная палетка. У меня была первая версия, вот она уже практически закончилась. Более такие, как сказать, подходящие для меня оттенки. Все-таки здесь, мне кажется, больше подходит цветовая гамма. Вот. Светлый, да, у нас получается светлый для оттенков более теплых кожи, а мне нужно, значит, средний получается с розовым, да, видите, здесь как бы коралловый такой цвет, а мне нужен средний, вот оно в чем дело. А я всегда смотрела, думала, этот цвет мне не подходит, и переворачивала страничку, думала, что я буду делать, когда моя палетка полностью закончится, потому что я ее очень люблю. Оказывается, вот же средний тон есть. Вот такая я невнимательна. Так, здесь у нас все для ногтей. Про гель-лак. Гель-лак у нас есть и закрепляющее покрытие. Я дифирамбов петь не буду, потому что на мне не сработало абсолютно. То есть максимум 3 дня. 3 дня, при этом, что я их так берегла, то есть ни посуду не мыла, не готовила вообще, только умывалась, и все. То есть я хочу сказать, что у меня лаки плохо держатся, но я так рассчитывала на этот гель-лак, что он хотя бы у меня будет недельку держаться, ну хотя бы 5 дней. Нет, сразу может в первый же день облететь кончик какой-нибудь. Так, далее, ну цвета, конечно, бесподобные. Просто бесподобно. У меня страстный алый, я его обожаю, пользуюсь им, все равно с удовольствием пользуюсь. Уже знаю, что мои ногти просто не выдерживают этого ничего, я уже не расстраиваюсь. А вот сейчас я вам покажу тональную основу Кушон. Вот так она выглядит. То есть здесь губка, которой я не пользуюсь, зеркальце. И вот сам Кушон, это губка, пропитанная тональным средством. Вот она для меня темноватая, поэтому жду лета, чтобы чуть-чуть подзагореть, и буду ей дальше пользоваться, потому что за лето я ее использовать не успела. С момента, когда я получила, она у меня вот так вот не использовалась. Но видите, она не сохнет, то есть здесь такая хорошая упаковка, она лежит спокойненько и ждет своего звездного часа. Вот такая вот просто потрясающая штука. Когда я наношу и эту тональную основу на лицо, я сразу вижу, как у меня лицо выглядит моложе. Она работает однозначно, эффект очень сильный. Красивейшие тени для век двойные. Видите, как удобно подобрали парочки такие красивые. И карандаш для бровей, которым я тоже пользуюсь. Вы знаете, я когда крашу брови, я пользуюсь вообще всем. И помадой, и тенями, и карандашом, вот эти кисточки, и, конечно, тушь, все использую. У меня как раз каштановый оттенок, вот такой вот он красивый натуральный цвет, достаточно жесткий, не слишком мягкий, то есть на хороший прям карандаш, и вот я им прокрашиваю, например, какие-то места, и бывает, что где-то переборщила, аккуратненько так щеточкой расчесываю, и все распределяется. Очень хорошо. Карандаш супер. Потому что он вот такой длиннющий был изначально, он просто огромный. Я им сколько пользуюсь, смотрите, у меня его еще много-много, его хватит надолго. Поэтому моя рекомендация прям... По серии On Color у меня так мало информации, потому что я не пользовалась. Смотрите, появилась новинка,
карандаш для стайлинга бровей. То есть сейчас это модная такая штука, когда мы расчесываем так брови и фиксируем их, чтобы они так вот смотрелись, как, ну, такие дикие, чтобы они стояли, так скажем, да, брови стояли. А туши очень хорошие отзывы. Тут есть водостойкая и объемная, не водостойкая. Тени, вот, кстати, кое-что-то у меня есть. У меня есть два оттенка теней. Я когда их потестировала, мне так понравились эти тени, я решила, что они мне просто необходимы. Так, сейчас буду вам показывать беж и розовый. Вот это беж, вот этот вот оттенок, а этот розовый. Смотрите, как кристаллики сияют. Отличные тени, просто никаких нарицаний. Единственное, что, конечно, нет кисточки, но это как вот базовые для меня тени, которых нужно всегда много, и они заканчиваются, когда в наборах быстрее всего вот такие светлые оттенки, потому что у них самый большой расход. Поэтому это очень удобное предложение, вот таким образом себе пополнить коллекцию теней. Карандашики двойные. Здесь у нас тональные средства, пудра. Кстати, очень хвалят вот этот флюид с ароматом персика. Он настолько нежный, что он делает просто кожу свеженькой, такой розовой, красивенькой. Так, далее. Далее лаки. Лаки не пробовала. И помады. Новые помады я не пробовала, такие яркие. Но зато у меня из большой коллекции, где, по-моему, 26 или 25 оттенков, у меня есть один оттенок тепло-ореховый. Вот он как раз 38776. Ох, красавчик. Смотрите, как много пользуюсь. Учитывая, что у меня помад много, я этой пользуюсь часто. Потому что тут, во-первых, мне цвет очень нравится, во-вторых, качество помады. Не ожидала, честно, что за 100 там, с хвостиком рублей можно купить помаду настолько приятную для губ, которой хочется пользоваться и пользоваться. К ней вот просто нет вопросов, к этой помаде. Даже упаковка, несмотря на ее простоту, она не надоедает, не раздражает, не кажется какой-то слишком там, ну, дешевой и так далее. Ну, хорошая, нормальная упаковка. И это еще не все. Тут лаки, красивейшие лаки. Кстати, есть на канале обзор полной коллекции. Полной коллекции. Вы можете все посмотреть и выбрать цвета, которые вам понравятся. Так, у нас ограниченное количество, наверное, снимают с производства тушь для ресниц. Обратите внимание, кто ее любит, ваша тушь уходит. Аксессуары. Я очень люблю аксессуары. Очень мне нравится, когда у нас такие сумочки там и... бижутерия, я ее просто обожаю. Серия Novage, у нас посвящается целая вставка. Я вам про некоторые продукты расскажу, чем я пользовалась и вот что мне самой нравится. Крем для рук однозначно плюсуем, потому что он убирает вот эти веснушки все, они становятся менее заметные. Далее, обновляющий пилинг для лица, однозначно да, это супер классный продукт. Ой, крышечка испачкана. Вот такой вот беленький продукт, мы его наносим толстеньким слоем на 20 минут на ночь. Знаете, что если вы на следующий день планируете загорать, то им нельзя пользоваться, не нужно ни в коем случае, потому что это очень сильное такое обновляющее средство. Средство против воспалений. Вот, кстати, про эмульсию для лица я могу сказать, что на мне она работает идеально. Например, вылез у меня прыщик, я вечером умылась, наношу прям вот такую каплю, беру маленькую и прям кладу ее вот так вот на прыщик, вот такой кучкой оставляю, похожу чуть-чуть, оно впитывается, я остаточки распределяю и ложусь спать. И все, воспаление, все уходит утром. Ничего не остается на лице. Так, далее. Я просто то, что, чем я пользуюсь, ну, конечно, капсулы, маски. А там целые серии, но про них очень долго рассказывать. Это однозначно вам нужно послушать
тренинге от Натальи Радкевич, где она подробно рассказывает про серию Novage. Кстати, нарядненький такой ежедневник. Серия Королевский бархат. Я очень люблю интенсивный разглаживающий крем-бальзам, но он, обратите внимание, маленький, 30 мл. Так, серия Optimals, очень удобная серия и по ценовой политике, и по разнообразию, то что здесь есть, начиная от чувствительной кожи, заканчивая жирной, и есть антивозрастная серия, серия осветляющая, которая действительно работает. И мне нравится то, что сразу в одном каталоге скидки на все, то что можно все серии взять. Очень люблю наш увлажняющий крем для век, для всех типов кожи, такая маленькая баночка уже заканчивается, обязательно закажу, дочке заказываю, она им пользуется, а я иногда пользуюсь, я делаю маску этим кремом, потому что он чудесным образом снимает воспаление, снижает вот этот темные круги, уменьшает и хорошо увлажняет кожу. Обожаю этот крем. Так, о чем вам еще рассказать вкусненьком? Видите, как много у нас есть и тональное средство в осветляющей серии. Так, маска. Кстати, про маску многие говорят, что не понравилось. Да? У нее есть, знаете, такой момент, когда ее вот наносишь, а запах сильный сначала, аромат такой спирта. Но это же маска-пленка. Смотрите, она прям черная, и ее нужно носить таким толстеньким слоем, вот так прям вот не растирать, а вот прям вот такой слой, такой толстенький. Ага, и мы ее оставляем на 20 минут, а потом пленочку снимаем, и все. Не знаю, для меня эта маска просто волшебная. Я ее люблю, и мы пользуемся часто. Кстати, скоро получу масла, запишу обзор отдельный на масла. Wellness — это тоже отдельная тема. Что хочу сказать, я Wellness уважаю, обожаю. Для меня это продукт номер один в Oriflame. Вот, вот реально, для меня это лучший продукт. Кстати, я не ожидала, что серия с аметистом появится у нас еще в каталогах. Я думала, это прямо вот к Новому году, и все. Настолько удачная серия, красивая, эффектная, приятная по аромату. Так, на этой страничке я вам особенно хочу похвалить инструмент, вот эти грабельки для чистки расчесок. Вот такой вот малыш, волшебник. Я никогда не могла очистить до конца начисто свою массажку, а теперь это легко, вот с этими грабельками все расчески всегда чистенькие. Средства для волос я не использую, поэтому про них молчу, ничего не говорю. Пользуюсь шампунем сухим. Разные отзывы про шампунь. Я, например, всегда его беру, потому что мне нужна такая палочка-выручалочка, когда голову некогда помыть или не хочется, а нужно привести себя быстренько в порядок. И я вот этим средством, да, пользуюсь. То есть, когда оно заканчивается, я тут же беру новое. Но мне нравится именно сиреневое в зеленом. Я не переношу запах. Вообще не переношу, а здесь аромат приятный, потому что от волос же потом все равно аромат чувствуется, и я не смогла вот этот зеленый использовать. Шампуни Hair X, у них есть такая фишка, они концентрированные, и если вы хотите, чтобы было ощущение такое чистых волос хотя бы на 2-3 дня, то вам нужно снизить расход, то есть брать прям мало, и вот так хорошо взбивать пенку, переносить на мокрые волосы и тщательно смывать. Великолепная продукция, я всегда беру. Мне нравятся шампуни и серии Love Nature, что самое интересное, мне подходят и те, и те. Вот сейчас у нас такой большой объем ромашка с авокадо, шампунь для всех типов волос, но все-таки он хорошо увлажняет волосы, ухаживает, они для светлых волос хорошо. Я его тоже всегда беру, особенно когда большой объем по выгодной цене. А кстати, в этом каталоге хорошее предложение по цене. А, расческу! Обязательно нужно вам показать этот чудесный гребень. Смотрите, какая классная расческа. И красивая, стильная, и очень удобная. Поэтому моя рекомендация. Дальше. Ой, для наших деток обратите внимание, отзывы на серию, конечно, отличные. Я хоть сама и
не пользуюсь, но у меня есть у дочки маслица, детское масло и крем-бальзам. Вот от нее отзыв отличный, хотя она не бэмби уже, она уже, да, подросток взрослый. Смотрите, за 1035 рублей три любые средства. Очень выгодное предложение. Зубные пасты всегда люблю в Oriflame, а здесь у нас наборы идут. Можно выбрать набор с зубной щеточкой сразу, то, что тоже очень удобно и для детей, и для себя. Можно, кстати, собрать любой набор, я так понимаю. Это здесь собрать, а здесь мы не можем выбирать. Или эта щеточка с этой пастой, и эта щеточка только с этой пастой. Хорошо. Botanicals, как я люблю эту серию, мне нравится в ней все. Особенно, конечно, моя любовь — это шампунь и восстанавливающий кондиционер. Вот такое средство для купания, для душа, руки можно мыть. Нереально вкусный аромат жимолости, на 95% натуральный, и все с дозатором. Единственное, чего я здесь еще не попробовала, это крем для рук. В этот раз я его как раз и скажу на пробу, потому что я думаю, он мне тоже очень понравится. Просто его не было все на складе, а потом как-то не сложилось. Всевозможные подушечки, наши, как это, маленькие волшебники для того, чтобы облегчить походку. Выбирайте то, что вам актуально. Я вам покажу скраб для ног, который я очень люблю, и гель для снятия тяжести в ногах. Вот этим гелем уже можно запасаться, потому что когда начнется жара, вас этот гель просто спасет. Я его наношу на чистые ножки, ступни, икры просто полностью наношу, и сразу такой холодок, легкость, очень классно снимает усталость, прям работает на 100%. И скраб, мне нравится скраб, потому что за ножками нужно ухаживать тщательно. Вот я так его всегда заказываю. Такой вот скраб очень удобный для того, чтобы быстро привести ноги в порядок. Всевозможные дезодоранты, я, кстати, только шариком пользуюсь, гели для интимной гигиены, такие большие гели по 300 миллилитров, без которых я тоже своей жизни не представляю. Мне кажется, даже топ я когда показывала, все-таки гель для интимной гигиены я вынесла в топ-10 моих любимых продуктов. Крема для рук легкие, невесомые, такие приятные, на любой вкус выбирайте аромат. Вот у меня алоэ, капельку покажу, то есть легкий приятный крем, который хорошо напитает, не утяжелит руки, то есть вы нанесете и забудете, вам будет легко и комфортно, все чудесно. Так, дальше детская серия, тут зубная паста, мыло, серия для купания, шампунь для волос и мыло тоже. Элио, у меня сейчас вот есть масло ночное Элио, я его очень люблю, самый приятный аромат именно у ночного масла, эффект классный. Нужно несколько капелек нанести на руки, потом растереть, согреть в ладошках и перенести на волосы, на влажные или на сухие, как вам удобно. Далее шампунь Элио, вот так выглядит большой флакон шампуня, вкусный аромат, приятный, волосы такие классные становятся, тоже один из моих любимчиков, хотя эта серия самая дорогая в Oriflame, но она действительно очень классная. Крема для рук в наборе, три крема, будут вот такие малыши по 30 миллилитров: сирень, пион и жасмин. Мой любимый сирень, наверное, это вот как раз он такой. Я люблю эти крема. Но я из всех наборов, они просто, раньше была коллекция такая цветочная, а сейчас новая упаковка. Я все сирени повытаскивала, а остальные крема раздарила. Потому что сирень моя любовь просто. Классный набор. У меня один набор остался из зимней коллекции, я себе заказывала. Это крем для душа и... крем для душа 200 миллилитров, и крем для тела. Вот у меня скоро немножечко подзакончатся мои наборчики, я этот открою, просто так много всего сразу открыто. Аромат черники, он здесь настолько натуральный, такой
просто аромат, что невозможно устоять перед этой серией. Можно себя побаловать, как бы 259 рублей за два продукта, это хорошая цена. Скраб, сахарная маска скраб, это самое вкусное, что я пробовала в последнее время. Его хочется съесть. Скраб можно носить как скраб, на одну минуточку помассировать губы, или нанести минут на 10-15 как маска. Но я не могу носить как маска, я хочу облизать губы, потому что это так вкусно пахнет. Очень эффективное средство. Так, мицеллярная вода серия Love Nature с ягодами годжи и органическим овсом. Я сама мицеллярной водой не пользуюсь, у меня ей пользуется всегда дочка, я ей беру либо Optimals, либо Love Nature. Ей нравится и та, она говорит: мам, мне обе нравятся, главное, чтобы была мицеллярная вода. Маска, конечно, маска чудесная, она питает кожу, когда ее наносишь, сначала так тепло коже становится, такой согревающий эффект, вот она такая прозрачная практически на коже, уже заканчивается. Такая приятная маска, вот ее я всегда заказываю, тем более когда на нее хорошая такая скидка. Я всегда беру маску очищающую с лайм и чайное дерево, маска скраб. Можно и помассировать сразу, почистить быстренько кожу, или нанести как маска. Эффект лучше, когда делаешь маску, однозначно. Масло чайного дерева — это просто моя любовь навек. Такой вот маленький флакончик, хватает очень надолго. Тут капельки, капельки мы наносим на ранки. Вот, кстати, меня кот подрал, видите, вот так я наношу на ранку, и она заживет намного быстрее, чем без масла. Такой помощник при ожогах, когда у нас какие-то ранки, укусы, порезы, да все что угодно. Почитайте в интернете, много информации, как можно применять это средство. Далее масочки на один раз с белым рисом, ой, с белым чаем и рисом, с апельсином и инжиром, и с мятой и малиной. У них у всех разные функции: очищающая, для сияния и восстанавливающая. Выбирайте какой хотите, это чудесный подарок, потому что масочки приходят в красивых коробочках. Чудесная серия Love Nature, гели для душа и мыла, они классные. Клубничная, обожаю, моя любимая. Для, ой, вот с кокосовой водой и дыней, обожаю этот аромат, они мне все нравятся, трудно выбрать. Серия Discover, у нас только гели для душа будут со скидкой, на мыло нет скидки. Смягчающие средства, однозначно, я их просто люблю. Вот у меня сейчас с апельсином одно открыто, оно у меня стоит в кабинете на столе. С эквадорской розой у меня стоит в спальне, у кровати косметички. Еще одно с медом стоит в ванной, то есть три сразу сейчас открыты, и одно без аромата тоже в ванной стоит. Я им там ножки мажу и так далее. И будет очень красивая новинка, очень красивая. Мочалка в форме цветка, но мне кажется, это совершенно, я не знаю, но мне кажется, это дурацкая вещь, на мой взгляд, что она какая-то не очень эффективная. Я люблю мочалку нашу, вот в мужской серии была такая черная, вот она действительно очень крутая. Гель для душа, магические цветы, вот как это переводится, очень красивая упаковка, просто очень. Крем для рук и мыло. Я думаю, что эта серия покорит многих, потому что красиво, очень красиво, и нужные такие продукты. И завершает обзор целая коллекция невероятных сияющих помад, серия The One Pore Shine. Она на губах выглядит как будто бы бриллиантовая россыпь, особенно когда или освещение такое, вот лампочка, да, светится, или солнце. Это очень красиво на губах, сразу губы вот какие-то объемные, такие притягательные, и очень вкусно аромат, очень вкусный аромат от этой помады. Вот, все, я уже под конец стала заговариваться, я надеюсь, что вы не устали, как я, потому что этот обзор, он самый для меня такой сложный и долгий.
Я жду ваших отзывов, комментариев. Может быть, я что-то пропустила или не дала рекомендации, потому что не пробовала продукцию. Буду рада вашей помощи, если вы напишете свои отзывы, чтобы всем было полезно, потому что люди читают отзывы и на основании их уже принимают решение, заказывать или не заказывать. Потому что очень важно, чтобы когда наши партнеры, наши клиенты приобретали продукцию, они оставались довольны и использовали все до последней капли. Я вам желаю всем чудесного каталога, отличного настроения и успехов во всем. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!